Всем привет, дорогие мои. Привет, привет всем, дорогие мои. Настроение у меня сегодня хорошее. Не успела еще с утра Палыча настроение испортить. День солнечный, подожди, хороший. Палыч, еще не верь. Не могу держаться. Машинка, ну, лапочка моя, ладушка, несется сама. Как по маслицу, сегодня день должен хорошо пройти. Без эксцессов и контрибуций. Понятно? Все понятно, Палыч, с тобой. Днем действительно сегодня у нас отличный, замечательный. Минус 7 градусов на улице, солнце яркое. Вчера снег валил, как сумасшедший. Как это вообще непонятно, что все опять завалило. Сегодня уже опять все посерело вроде, ну, имею в виду снежочек-то. От солнышка опять ему немножко придавило солнышком. Приосело. Очень хорошо, конечно. Вот прямо моя погода любимая. 7 градусов. Морозца, солнце. Ох, хорошочно. Да, Палыч? Да. Правда, так Палыч? Точно, мой генерал. А мы поехали за картошкой, поехали. Вчера купили картошки. Ну, правда, не пробовали еще ее. Она уж очень она красивая, ровная такая. Думаю, поедем побольше, возьмем. Сегодня Палыча припашу, чтобы не сидел в машине. Выбирал. Я не могу копаться в сухой картошке. Я пакетик одеваю на руку. У меня мороз по коже, когда я беру вот овощи немытые, допустим, там. Обязательно мою, чтобы почистить. Проходи, дяденька, сегодня всех пропускаю. Никого не давлю. Что ты, Палыч, сегодня добрый. Птица-говорун сегодня, Палыч, у меня. Псиса-говорун. Сейчас едем, и Нива из-за поворота выскочила. Я почему думала, здесь два выезда. Один вход, другой выход. Но нифига здесь нету. А раньше было два, по-моему, Сереж, выезда. Вставай сюда. Да, здесь тропыночка только. Ой, какое солнце, ребята, обалдеть, обалдеть, какое солнце. Фу, назад-то ты куда? Да тут, там машина рядышком. Люди бродят. Ты давай выйди, я сейчас прижмусь сюда, чтобы нет. Давай, выхожу. Чтобы там тебе, потом я отъеду. Снова да здорово. Так, Палыч меня заслал сюда, говорит, иди посмотри, где-то здесь должен быть детский крем с календулой. Надо девчонок спросить, то буду опять тут сейчас это плутать, ползать. О, дезики, да довольно-таки недорогие, Рексона 159. Ничего себе. Антиперспирант шариковый. Слушайте, надо посмотреть, вообще цены такие сладкие. 97 рублей. Так, сейчас. Мужской. 169. Слушай, а что я вчера не посмотрела? Вот здесь и кремы. Вот он. Депантенол. Увлажняющий крем для лица. Лучшая цена 2. Так, с депантенолом. Гиалуроновый. Что-то я не вижу с календулой-то. Сейчас пошастую, короче, посмотрю. Это уперлась в одно место. Пасту мне зубную надо. Ой, как я вовремя я наткнулась, ребята. Палыч забрел, спрашивает у девчонок. Девочки, не подходила тут женщина, крем у вас не спрашивала. Я ему говорю, да здесь, я здесь, Палыч, смотрю еще крем. Он уже в Союзе нашел, каким вот он пользуется именно. Ему нравится с календулой. Для рук у него сохнут руки. Вот он пользуется таким кремом. Вот здесь что-то я вот не увидела. Так, пасту я взяла, я возьму еще пару дозиков, наверное, хотя у меня есть пара. Ну, пусть будет, спросят, а у нас есть. Палыч, у меня картошечку выбирать. Картошечку. А ты что, прямо хочешь прямо в это? А, ты уже набрал? Давай. Не удержишь ты там. Почему не удержу-то? Почему не удержу-то? Ты что? Ты что, Палыч? О, аж два хапнул, да? Тут нашел, да, с календулой. Ты эти брал? Да. А-а-а. Что, тут уже положил две картошки, да? Так, капусты. Не, картошку потащим, да капусту только брать не будем. Морковка есть у нас, морковка тоже шикарная какая. Надо взять парочку морковок. Да? Я вон взял компоту, хочу, так можно я взял? Конечно, что нет-то? Нет, Палыч, не бери. Не бери компоту, пей сырую воду. Помощник сегодня у меня, я ручки не пачкаю. Стою. Так, пройдусь, посмотрю тогда. Ну, возьмешь пару морковинок еще, да? Что сделать? Выпусти меня. Куда? В машину. У меня нога. Да
Хочешь, чтобы я это все тащила до машины? Нет, у меня оплати только ее. И сразу унести в машину хочешь, да? Ну сейчас, что посмотреть немножко, пройдусь, пока ты накладываешь-то. Не хочешь, что спину у тебя тянет. Ну ладно, я вчера так-то здесь шастала уже, в принципе, что шастать по второму-то разу. Слушай, а вот что здесь? А фарш? Фарш. Так, здесь зубатка. Так. Филиаментая 299, палтус 549, летриски 299, полуфабрикаты, зубатка синяя 189, камбала 279, треска 289, филиаментая 389, форель радужная 649. Ладно пока. Ладно пока. Картошку уволокем. А? Покупочка наша сегодняшняя, ну мы чисто за картошкой поехали. Купили еще две морковочки, Палыч сейчас натрет. Ой, руку потянула, у меня рука-то болит, можно бы больше взять картошки, но Палыч без ног, я без рук. Вот, поэтому взяли 7800, посмотрела я по чеку картошки. Можно было еще по пару кулечков взять, чтобы до десятки добить там. Ну, увы, ах, я вот подняла опять, все без руки. Вот сухофрукты взял на компотик. И тут свой крем детский, вот все с календулой он пользуется. Гематоген Палыч взял. Я купила зубную пасту и вот так абсолют мыло. Такая вот сегодня. Так, ну ехали мы чисто за картошкой, чтобы лишний раз нам не таскаться. Пока вот так вот подсыпала, лишнее убрала, пусть дальше стоят, будем наблюдать дальше.